На базе высшей школы Майнер Центр творческой инициативы в очередной раз запускает в Нарве курсы по искусству фотографии, которые в этот раз станут еще более увлекательными, потому что в дополнение к привычной программе участники курсов также познакомятся с практическим применением фотографии. Кроме того, впервые Майнер открывает набор на курсы «Методика проведения экскурсий». Несмотря на то, что курсы платные, желающих попасть на них всегда много. Курсы по искусству фотографий традиционно ведет известный нарвский фотограф Ирина Кивимяя. В этот раз ей традиционно будет помогать педагог высшей школы Майнер Татьяна Сонина, которая расскажет о тонкостях создания портрета. Будет и новый педагог Людмила Андреева, которая покажет, как практически применять свою же фотографию, например, в календарях, открытках и прочее. Ирина уверяет, что прийти на ее курсы могут совершенно разные люди. На мои курсы могут записываться любые люди, и с любой подготовкой, и в любом возрасте. Бывают группы такие, что приходят школьники и взрослые, и последняя группа была только взрослые, не имеет значения. И подготовка тоже не имеет значения, потому что ко мне ходили люди, которые по первости фотографировали только мобильным телефоном или мыльницами, и мыльницами, так называемыми мыльницами, да, очень даже успешно. Педагог учит людей делать авторские фотографии. Она уверена, что фотографировать умеют все, но не каждый может сделать авторское фото. Взял фотоаппарат, нажал на кнопку, поставил на полный автомат. Да, там есть такое зелененькое окошечко. Вот, поставил на это зеленое окошечко, нажал на кнопку, и у тебя получились фотографии. Ну, а человек, который где-то внутри, в глубине творческий человек, он понимает, что что-то не хватает в этой фотографии. Не хватает присутствия автора. Когда мы ставим на полный автомат фотоаппарат, то у нас автор только фотоаппарат, но не фотограф. А вот когда мы уже начинаем манипулировать с настройками фотоаппарата, которые есть в любом фотоаппарате, даже вот в простейшем, да, то мы уже становимся авторами фотографии. Мы отключаем постепенно функции фотоаппарата и настраиваем так, как надо нам. Курсы под названием «Методика проведения экскурсий» будут проводиться в Высшей школе Майнер впервые. Ну, зная о реализации проекта, который будет реализовываться вот на Липовой ямке, по благоустройству Липовой ямки, мы решили сделать курсы гидов и создать какие-то новые интересные экскурсии, которые были бы интересны не только гостям, которые будут приезжать в наш город, но и жителям нашего города, и конкретно школьникам нашего города. Потому что мы хотим сделать эти экскурсии, ну, можно сказать так, нетрадиционные, в какой-то в игровой форме, и это должно быть интересно. Мы даем знания на этих курсах. Будут лекции по истории города, будет методика проведения экскурсий, то есть показа, рассказа, как это нужно правильно делать, сбор материала, как отбирать материал, как выбирать в текст экскурсионный материал. Все это будет на курсах, то есть люди получат знания. Ну а для того, чтобы быть самостоятельным экскурсоводом, и, естественно, нужно будет сдавать экзамены. И те, кто получит знания на наших курсах, те смогут сдать эти экзамены и затем работать как самостоятельные экскурсоводы. Директор Нарвского отделения Высшей школы Майнер Юрий Бараев уверен, что развитие творческого начала в нарвитянах очень важно, поэтому Майнер и поддерживает Центр творческой инициативы. Именно в творческих специальностях я вижу в Нарве вот такой вот приоритет или перспективу развития, потому что все-таки основная специализация нашей школы – это экономика управления, и вот в этой сфере на сегодняшний день довольно большое количество учебных заведений готовят специалистов. А вот слияние непосредственно, допустим, предпринимательского направления и творческого направления дизайнеров широкого такого спектра, таких учебных заведений, так сказать, на выдавиру моих вообще нету. Вся дополнительная информация относительно курсов по искусству фотографии и курсов по методике проведения экскурсий доступна по телефону 55 912 920.